В Сергиево-Посадском городском округе раскрыта кража ювелирных украшений. В дежурную часть ОМВД поступило заявление от 39-летней жительницы города Пересвет о том, что сожитель совершил кражу ювелирных украшений из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Октябрьская. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний житель города Пересвет. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кража сумки с денежными средствами на сумму 250 тысяч рублей раскрыта полицейскими в Сергиево-Посадском городском округе. В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от 36-летнего жителя города Москвы о том, что неизвестный похитил сумку с денежными средствами из салона автомобиля иностранного производства, припаркованного около одного из домов на улице Лесная, поселок Мостовик. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 47-летний житель Солнечногорского городского округа. Злоумышленник увидел, что двери автомобиля не заперты, и похитил из салона машины сумку с денежными средствами. По данному факту следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Серия краж раскрыта полицейскими в Сергиево-Посадском городском округе. В дежурную часть ОМВД поступило заявление от представителя одного из магазинов, расположенного на проспекте Красной Армии, о краже двух жестких дисков и двух мобильных телефонов, принадлежащих заявителю. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 33-летний житель Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый работал в магазине потерпевшего, воспользовавшись тем, что директор отвлекся, совершил кражу имущества. Также установлена причастность злоумышленника к совершению двух аналогичных преступлений на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила 31 тысячу рублей. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Сергиево-Посадским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.